Это одна из любимых армянских песен педагога и вокалиста Розы Цыпнетян. Музыкой она живет с детства. В 18 лет поступила на юридический факультет. Говорит, отец хотел, чтобы Роза получила более серьезное образование. Но любовь к музыке перевесила. Поступила в Институт культуры, стала педагогом-вокалистом. Сейчас Роза Цыпнетян – победитель разных международных конкурсов. У нее десятки воспитанников, которые поют и танцуют в разных коллективах. А сегодня у Розы творческий вечер в Доме культуры «Заря». Несколько дней назад мои коллеги мне говорят, а ну тебе нужно было вот организовывать концерт, собирать всех, там, делать, да, вот эти нескончаемые репетиции. На что я ему ответила, а для чего мы живем, собственно? То есть мы же сами являемся художниками своей жизни. Вечер организовали Союз армянской молодежи и общественная организация «Армянская община» при поддержке администрации Самары. На сцене выступили танцевальные и вокальные коллективы из Самары и Тольятти. Звучали национальные инструменты, например, дудук Артема Тераганисяна. Вечер стал эмоциональной палитрой армянской творческой жизни. От радости и гордости до тихой грусти. Что, как не культура, объединяет больше, сплачивает народы и дает им в жизни не просто цель, но и радость для дальнейшей жизни, для дальнейшего взаимодействия. Творчество, а тем более музыка, она признана и призвана объединять народы, страны, культуры различных народов. Естественно, мы также преследуем данную цель вот в данном творческом вечере. В зале аншлаг, а весь вечер прошел на бис. Мария Илчан, Сергей Безгинов, Николай Епифанов. События.